же в итоге вот это сколько получается теста? Вообще пантурики. Что его тут, блин, есть? И вот такое оно должно быть. Как будто младенец берет. Теперь, короче, надо вот эту хрень каким-то образом, не знаю каким вообще, поделить напополам. Делим. Оп-оп-оп-оп-оп. Как цемент, да? Все. Или даже переделила, черт его подрал. Блин, все, я не могу, у меня психи, не могу я делить и все. Блин, оно капает. Что такое психованное, блин? Я реально... Мой самый, наверное, сильный недостаток это в том, что я не умею контролировать свои эмоции. Пускай они будут веселые, или грустные, или злые. Все, что думаю, то и говорю, блин. А думаю я о многом, да. Вот и такая хрень получается, каша, какую-то хрень. Непонятная. Интересно, это тут есть пополам или нет? Ну что я близу, блин, оно же такое сладкое, отвратительное, я все равно люблю. Облизую. Сейчас последний раз и все. Какая хрень, я сам, какая хрень, какая хрень. Ой, я сам, я... не ешь такое. Такое вообще невкусное, что просто хоть убей. Итак. Что-то тут еще надо. Делим тесто в одну на две части. И в одну мы добавляем какао. А ты слышала такое слово? Какао! Тут, короче, я еще не могу. Здесь, короче, у меня будет хрень белая. Непонятная херня, не знаю, что за хрень вообще. Вот здесь надо, короче, какао. Тогда он будет маленький, да? Блин, вот это вообще непонятно, честно, для меня загадка. Вот это половина, блин. Ладно, еще. Оп. Давайте напополам. Все, вот это половина, стопудово. Теперь мы добавляем какао. Сколько какао добавляем? Одну чайную ложку. Это пантулики надо уже, блин. Так добавлять, да? Если добавлять. Добавляем. И на глаз. Что, я уже не знаю, сколько это. Знаю. Оп-оп-оп. Пантулики. Оп, где-то уже пол столовой ложки. Оп, столовая ложка. Все. Нормуль. Что, я не знаю, что же. Не зря же я училась на химика. Люблю химичить. Только не с химией связано, а всякой хренью в организме. То ли алкоголь, то ли еда. Так, все. Этого хватит. Так, мы теперь мешаем. О, какой запах какао. Вот это интересно мешать. Вот такая фигня получается. Блин, она уже темно, может это включить. Вот такая штука получается. Мешаем. Это, в принципе, это недолго делать, если честно. Побырик, оп-оп-оп. Полчаса замесил, полчаса подождал и все готово. Ну и украшение там минут 10. Так, все, короче, блин. Теперь эту хрень надо всю пересыпать в эти, блин, сковородки. А это делаешь в сковородке. Вот у нас, короче, две сковородки есть. И в одну насыпь, вторую насыпать, куда насыпь, непонятно вообще, ничего не...
прежде чем насыпать в сковородку, нужно это все смазать подсолнечным маслом. Это говорит Анюта Сметанчик. Да-да-да. Кстати, назовем эту хрень, мою эту первую баланду, Сметанчик в честь меня. Логично? Конечно, логично. Так, нам нужно подсолнечное масло. Боже, слава богу, что оно есть. Я уже думала, блин, бежать. О, господи, я же не знаю, как печка поджигается. Итак, мастер-класс. Сюда пантулики. Пантулики. Чтобы оно еще жирным не было. Так куда оно уже будет жирным? Я видела, он руками размазывал. Ну блин, это противно, это же масло. Как его можно размазать руками? Это реально мерзко. И тогда наверняка вдруг запряжет облака. Блин, мне придется тоже эту хрень сделать, что ли? Фу, блин. Какая мерзость. Какая-то смазка, блин. Фу, блин. Короче, это я сделала. Теперь мы делаем так. Такую же самую хрень, короче, мы наливаем в другую сковородку. Давай. Блин, она под... Она Черт бы вас подрал всех, сука. Черт, ну как я это буду все вымывать? У меня психи. Я теперь жирная, руки жирные у меня. Фу. Все, короче, подождите на момент. Блин, я тупанула просто, блин. Это было просто, что тут пыль какая-то есть. Нахрен, хрень какая-то. Так, наверное, вот эту я, короче, вот эту черную я добавлю белое. Иньян. Блин, как оно как какашка. Короче, добавляем, видите? Что делаю? Все делаю, как мужик показывал. Так, короче, это все снимаем, хрень. Я не могу, мне так противно. Ай, как противно мне. Потом это все мыть. Фу, блин, это вообще. Тесто вот это мыть мочалка, это просто жестяк. Потом. Все на мочалке остается, кстати, тесто. Какая мерзость. Давай уже, блин. У меня уже психи. Короче, размазываем. Сейчас я покажу конечный результат. Сейчас я помазюкаю, поумничаю. Сделаю умный вид. Я все понимаю. Что вы мне тут рассказываете? Джентльмены. Джентльмены и джентльмены. Не как-то. Дамы и джентльмены. А если полизакать хочешь, я могу тебе дать. Заодно посуду помоешь. Кобыра. Ася, ты где вообще? Вася. Ася. Да не пробуй. Ну ладно. А ну давай. Давай. Зацени. Нормуль? Да давайте сейчас сразу. Короче, Ася, даю тебе спецзадание. Самое вообще капец, какое может быть важно. Ты должна эту хрень всю слезать. Но при этом, Ася, ты не должна обосраться. Поняла, блин? Срать, иди к соседям, Ася, сразу. Дома срать нельзя. Дома можно только жрать. И то. Не все. Давай, Лизак, я в тебя верю. Ты вроде у нас нормальная кошка меняемая. До сегодняшнего дня вроде была. Блин, как-то мало же это получается. Оно какое-то, блин, хреново знает. Разве оно было такое? Мне что все не то, блин. Господи, хоть бы оно все нормально получилось. Я ж потом не буду переделывать.